Ветераны МВД России Котласки организовали акцию, в рамках которой собрали средства и приобрели на них необходимые вещи для участников специальной военной операции. В организацию 16 человек, посильную помощь внес каждый, кто сколько мог. 10 тысяч мы от нашей организации насобирали и передали сюда для приобретения, совместного приобретения товаров. Электростанции мобильные приобретены, пилы. Бензопилы, к ним все это сопутствующие материалы, которые горюче-смазочные, запасные части. Ну и еще организован был сбор вещей, необходимых нашим бойцам. Инвалидную коляску у меня товарищ решил отправить ее, потому что ее дали ветерану Великой Отечественной войны, так, и она ему не пригодилась. И вот решили мы отправить ее нашим участникам СВО. К благотворительной акции ветеранов МВД России Котласки присоединились работники городской больницы, жители города, района и республики Коми. Это у нас уже вторая машина, так что надеемся, что все, что мы собрали, так скажем, и наши работники, и граждане города Котласа, все это понадобится и будет востребовано. И для наших солдат, которых мы, пускай они будут знать о том, что мы их ждем, надеемся, ждем с победой обратно домой. Ценный груз от земляков будет доставлен на Донбасс в течение нескольких дней. Наше дело правое, победа будет за нами.